Для бизнес-элиты экономический форум, для тех, кто больше интересуется культурой, разнообразная развлекательная программа. Чувашия готовится отмечать очередной День Республики. В праздничном сценарии множество приятных сюрпризов. В этом году День Республики примет у себя Комсомольский район. К предстоящему празднику организаторы готовят с десяток масштабных событий. Экономический форум, традиционная выставка, фестиваль «Русь мастеровая» и «Родники России». Кроме того, множество молодежных и спортивных мероприятий. Многие из них начнутся в апреле. Свое согласие участвовать в экономическом форуме уже подтвердили в министерствах регионального и экономического развития России, президент Всероссийской организации качества, институты поддержки малого бизнеса, представители регионов, фонда Сколково, банков и других авторитетных структур. У авторов культурной программы тоже масштабные задумки. Ожидается, что в Чувашию приедут коллективы из 50 субъектов России. Ведутся переговоры с артистами из Китая и Италии. На празднике, всечувашском празднике Агадуй, у нас примет участие около 20 коллективов из регионов компактного проживания Чувашей. В настоящий момент как раз в регионах проходят отборочные туры. И по итогам этих отборочных туров будут определяться коллективы, которые приедут на Агадуй. Общее количество гостей, участников мероприятия мы ожидаем в пределах до 1300 человек. В этом году предлагают отказаться от традиционного шествия участников фестиваля «Родники России». Взамен этого все коллективы будут выступать на организованных площадках во дворах. Официальное открытие пройдет 23 июня в 8 вечера. Но и это еще не все. И учитывая, что у нас олимпийская чемпионка с корнями из Чувашской республики Аделина Сотникова, балет на льду из города Екатеринбург и с участием Аделины Сотниковой. Мы искусственный лед вот в формате, то есть в оформлении сценического комплекса это предполагается. В этом году День Республики будет принимать Комсомольский район. Там решили объединить два праздника. Район отмечает и 75-летие со дня образования. Сейчас Комсомольская превратилась в большую стройку. Кроме дорог, строится многоквартирный дом для детей-сирот, ферма, магазины. Проходит смотр-конкурс среди сельских поселений. И вот самые лучшие номера будут отбираться на гала-концерт на День Республики. И надо сказать, что смотр-конкурс проходит очень даже на высоком уровне. Люди очень довольны этим. Основная задача, по словам главы администрации района, подготовиться основательно и провести праздник на высоком уровне. Татьяна Молокова, Регина Кубайкина, Антон Вовк, Сергей Рябчиков. Республика.